Ananda, 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 Anan
Я не знаю,
Vajandya Paramashaparo Tero Jena Nante Chato Shodhi Kadabhya Mamanata Pati Chodhya Sanjya Chonsa Tamcha Jekimitra Parachindya Lamto Sa Daya Da Pancha Daya Kone kundu ve var
TV there, maybe. After bunny. Ice. After bunny, no problem. After sauna, it's very hot. Huh? And then after I saw a lot of East Europe, the sauna, snowy, ice, no? По телевизору очень много сюжетов, когда после бани, то снежок или воду. Maybe too much shock in your body. Too much energy. What is beneficial for this? Чего хорошего-то из жары в холод? Вот рыбачи не понимают. Может быть, это просто как шок для тела. Организм активизирует. It's activate you, gives you energy. Maybe many insects, they shock, no? А те насекомые, которые на теле, у них шок? Yeah, it's not good for them. Heart is beating, no? И сердцебиение начинается. Для людей с плохим здоровьем бани. Yeah, it's no good health, and it's not good. Good health is good health. Для хорошего здоровья хорошо. Внутренние резервы активизируют. Yeah, you just activate inner energy. Можно вопрос? Yes, yeah. Боже вчера рассказывал о труде большом, который он писал много лет. Что его больше всего вдохновило, что ему было, вот, как это сказать, эссенция этого труда? Как он себя чувствовал, пока писал этот труд? Можно это рассказать еще побольше? They have many history books, and after 15th century, they have many hundreds history book Tibetan. После 15 века было написано очень много книг по тибетской истории, может быть, больше, чем сотня. But but before the 11th century, very few. Но до 11 века книг практически не было. And then most of history book Tibetan religious history. И большинство исторических книг были посвящены религиозным вопросам, то есть это была религиозная история. This is mainly the emperor history. Only have this document. И здесь, наверное, единственный источник, единственные документы, которые говорят чисто об истории. And this also manuscript. They put in a cave. Lucky this. You know, this is the front of the Gobi Desert, this silk road. So very dry, all sand. So 800 years dead, no problem. И просто, опять же, очень счастливое стечение обстоятельств, потому что все эти документы хранились в пещере, которые находились на краю шелкового пути.
missing, the paper would be disappear, you know. Yeah. Some of not complete, of course. И некоторые документы, так как они так свертывались, то краешки у некоторых уже распались, и поэтому некоторых частей там уже не хватало. So then, just before disappeared these things, 800 years, found is very precious. И поэтому очень, конечно, важно, что их обнаружили сейчас, прежде чем они вообще не разложились полностью. Поэтому после 800 лет эти документы опять возникли, и это очень счастливое стечение обстоятельств. So this history book is different from other history book. Maybe later history book writing, maybe some purpose, maybe some political reason, some things writing many history books like this. But this is only like during the war, maybe hundreds of years, the war with the Tang China. And during the war, they read it. They not just very few lines. This year. King was where, minister what, where is what is battle, what they did, just all notes. И другие исторические книги, опять же, они очень часто политизированы, но это очень редкие документы, где просто четко исторически указанные факты. То есть это было время, когда шла война с империей Тан, с китайской, и поэтому там было очень четко и кратко написано, что император был такой-то, такой-то, помощник такой-то, такой-то, они участвовали в таком-то, таком-то бою, в таком-то, таком-то месте. То есть это такой полный исторический документ, и этим он отличается от других работ. So this not my writing. Поэтому это не то, что Ринпоче сочинял. It is documents. Это документы. We do writing. The first I put the original picture. A. B. Then we have to put the bracket. Some many many old words, not understanding. We have to explanation. These words, what is there? Which source dictionary said? Which wish this explanation? Then some old spelling mistake, you put bracket, correct spelling, all this have to put this, B, C, B, yeah. Научный труд, потому что, как мы уже сказали, документы очень старые, и поэтому Ринпоче сказал, что будет делать так. Первая страница – это фотография самого документа, это как бы страница A, дальше идет подпункт B, и там написано, что там вот это слово неправильное было написано, правильное написание в скобочках такое-то, такое-то, сейчас его не существует, но раньше значение было таким-то, таким-то, то есть это очень такая большая научная точная работа. Then B, C, I will write very simple words, everybody can understanding, that's meaning. И под следующим подразделом C уже пишется как бы перевод на современный язык, чтобы современные люди могли понять, что там написано. Then last, I make last chapter. I have total in 15-16 chapters. The last each chapter, I have one conclusion. И эта книга содержит 15-16 глав, и в конце каждой главы Ринпоче краткий обзор пишет, краткое заключение, о чем было рассказано в этой главе. And this is mainly also bring many documents from Chinese history, where they say the Tibetan history saying this, Chinese history they say this very close to, then just put together, then you put to, and then proving. И в этом заключении также Ринпоче сравнивал то, что было написано о тибетской истории за этот период, а также что написано в китайской истории за этот период. И поэтому, если эти две истории совпадают, то это, опять же, представлено в книге как доказательство того, что в манускрипте все отражено правильно. So after the Tibetan 13th century, there are many, many history books, but before it's not, especially the Tibetan Emperor is zero. So I have to blank. I fill up this blank. That's my job. Как уже Ринпоче сказала, об истории Тибета после 12-13 века написано очень много книг, но до 11 века их практически нету. Особенно, что касается предмета Тибетской империи, фактически источников не было никаких, ноль. И поэтому Ринпоче взял своей задачей заполнить этот пробел. I hope soon and translate into the Russian. Мы надеемся, что вскоре она будет переведена на русский язык, так чтобы тоже можно было прочитать всем.
на английском языке много придумано книг? Yes, they have English. Different center, they're translating. So now we're going to Nevadin. They're going to organize one translating. First, we also plan, yes, translating in it. We're going to next year starting the translation group. First, we have already working in 5 years in Deradon, the Camp Nyimagese. This man charged in doing these things. And recently, Nevadin, the translated German, George, they have 2 books. That is the one is against his long biography and one of his some teaching. So 2 books published, George. Некоторые книги уже переведены на английский язык, но сейчас этот проект переводческий очень развивается. 5 лет тому назад начался проект по переводу текста Григория Кагуна на английский язык, и этим проектом занимался Кенпо Нигма. И в этом году, опять же, в Шневединкере, в Германии, был организован центр, где будут работать переводчики, и они будут заниматься переводом основных текстов Джигун Кагью на немецкий и, соответственно, потом на английский язык. Но уже в этом году эта группа подготовила 2 книги. Первая – это такая большая книга, биография Джигтена Сунгона, и вторая книга – это книга его учений. Это уже было опубликовано в этом году. So I think after next year, every summer, 2 or 3 months together, the Camp Nyimagese every year coming there, Nevadin, in some translation one group. First, I think they're close to by, then we plan translating in English, German, Spanish, Russian, Chinese. И, наверное, начиная с будущего года, Кенчен Нимагелцен будет проводить в Германии около 2 или 3 месяцев, и они будут готовить эти переводы, и первые переводы текстов планируется сделать на английский, немецкий, испанский, русский, а также китайский языки. За счет планированного ретрита в Германии. Oh yes, they now starting one month. They're starting. After 1 month, they will decide whether they can go 3 years or not. Действительно, в Германии готовится программа по 3-летнему ретриту, и сейчас люди занимаются 1 месяц, как бы как подготовка к 3-летнему ретриту. И вот Ринпоче говорит, что после месяца они смогут решить, могут они пройти 3-летний ретрит или не могут. So December I go again, and I give him many some initiations and some transmissions. Then Kenji Gujo again, there will be more detailed teachings, and then they have one Dupin. And Annie, children, she will guide them day by day, permanently, every day, yeah. И в декабре его святейшество еще раз приедет в Германию, и для тех людей, которые уходят в 3-летний ретрит, он также будет давать какие-то посвящения, наставления и так далее. После этого его обязанности перемет Кенчен Гелцен. И также в Германии есть одна Ани, она хороший друг он, она будет присматривать за теми людьми, которые находятся в ретрите уже каждый день. How much pay in 1 year, I didn't know, you know? Huh?
Сколько стоит? Food and something they pay, something. Вот сколько стоит один год, мы не совсем уверены. Я тоже как бы не знаю, но надо там платить что-то за размещение и за еду. Какая-то там сумма была. Three years, something seven, something seven thousand euro. Yeah. Maybe. I just something like this. I'm not, yeah. Вы просто такая not грубая sure. идея, но мы можем ошибиться. По-моему, где-то 7 тысяч за 3 года, что-то такое. Yeah, one nun, she doesn't have money, then some humble, some students fundraising for her. That's pretty good. Ну, а также там будет принимать участие одна монахиня, которая, соответственно, не зарабатывает, у нее нет денежек, поэтому Санга также собирала деньги на ее ретрит, это также делается. So this Geneva thing, the military center would be, I think, future main center in Germany, yeah. И Ринпоче думает, что центр в Германии, в Шневердинге, будет действительно таким основным европейским центром, основным центром Германии. They have main three project. One is main the retreat. Some meditation, some practice, this, you know, dharma, one thing. Second is all the different texts will be translation. In this, yeah, they bring letter international committee translator. They going to bring together and working together translating texts. This is two and the third. Third one is some first maybe some centers, some people old. Hospice. We need to there and die in this land, this tree. Вообще этот немецкий проект, он как бы включает в себя три проекта. Первый проект – это то, что люди будут там практиковать, медитировать и так далее. Второй проект включает перевод текстов Кагью, которые будут сделаны как раз в Германии. Там будет основной центр расположен. И третий проект – это строительство хосписа, то есть того места, куда люди смогут приходить, ну, вы знаете, с болезнями, где они смогут мирно умереть. December, I bring another teacher, very young Rinpoche, to Tenzin Rinpoche, and he is studied in South India. How are you looking at it? Jerun. Ganden Monastery. What is your name? Yeah, something 20 years he studied. And a very good philosophy. After that, he come to one to practice, and then I sent to Lapchi. Then he want to go with the Rinpoche. So he did 3 years retreat, and he's good English. So he's young. What is he now? Well, he's just started in 30 maybe, 29 or 30 years. So I going bring them, then learn my Dutch, English and Dutch. Then he mainly go base there and teach all Europe teaching in Europe outside. А также Рипачев в декабре, когда приедет в Германию, он привезет с собой еще одного учителя, молодого, к нашему сведению. Это Тулку Тензин. Ринпоче о нем очень высоко отзывается. Он говорит, что он 20 лет провел, изучая философию в монастыре Ганден на юге Индии. А затем он практиковал, затем он с Нупа Ринпоче практиковал на Лачи. И так как ему еще только вот около 30 лет, то Ринпоче надеется, что он приедет в Германию, изучит английский язык хорошо, немецкий язык хорошо, и, наверное, он будет основным учителем на Европу, который будет давать учения по всей Европе. Бутанский пункт, да? He's from Bhutan, yes. He holds Bhutanese passport, right? Да, у него бутанский паспорт. Yeah. But he's Tibetan Bhutanese. Ну, тибетец, но бутанец. So, Milarepa prophesied that my teacher and teachers teach students is better than the
ahead or better than the legislature? What could you say? Вообще было такое предсказание от Миларепы. Он говорил, что каждый ученик превзойдет своего учителя, и каждый последующий ученик будет выше своего учителя. Поэтому... So this will be the truth now coming. И Ринпоче говорит, что это действительно будет правдой. Now good sunny day. Сегодня очень хороший солнечный день. А где вообще в Европе и в мире есть какие-то, может быть, дрегуновские ретритные центры, ступы большие? Что вообще с ними может быть? Мы все знаем. Maybe we don't know everything, but in Europe some big dragon centers or some dragon stupas in Europe, maybe you can just mention something. What do you think? Dragon centers, good groups, good